это Исаакиевский собор? Нет. Ну а что, какой это собор, если не секрет? Не, это не Россия. Не Россия. Ну, значит, Рига, что ли? Нет. Ну, понятно. Ну, так я-то, ну, я затрудняюсь, скажите уж, какой это город. Ты учил историю. Давай, говори. Я историю, наверное, знаю лучше вас, но это география бы больше, вот так вот, по видам города узнавать. Я много городов знаю, но этот город я не узнаю. Это не география, это история. Это что? Ну что, ратуша какая-то? Я раз спрашиваю, где находится. Нет. Я сказал, вы в школе учили историю. По истории это что? Ну я не знаю, я же сказал. Скажете, хорошо, не скажете, ладно. Нет, не буду говорить. Ну, вы должны историю всемирную знать. Всемирная вас... история это что? Хорошо. Рим, что ли? Всемирный... Рим, что ли? Рим, да. Да, это Рим. Ближе. Ну вот, видите. Ну, Ватикан, значит. Ну, Ватикан или Ватикан? Ватикан. Давайте ближе, да, это Ватикан. Название здания. Ну, резиденция папы, ладно, я понял. Хорошо, у вас есть какие-нибудь вопросы, кроме того, что у вас на стене висит? Вы ж не в, в Ватикане живете непосредственно. Да, я живу возле него. Храм Святого Петра в Ватикане. Ну да, совершенно верно. Хорошо. Ну да, совершенно верно, да. Вы пьяны? Прошу пройти на пробу Рапопорта! Вега Паскали, перевести в Паскали и увеличить вот 147 Паскали на 27 квадратуры, сантиметров квадратных давления. Что сантиметров? Ты хоть знаешь такой Паскали? Как Паскали, как выражается в иных единицах? Ну, я сейчас все сказал. Ты неграмотно сказал. Что такое Паскаль? Паскаль это ньютон на метр квадратный, а ты потом метры квадратные приплел. Да. Уже имея Паскали. Что да? Физику нужно было учить, а не покупать. Могу, но не хочу. Это на калькуляторе высчитывается. Там перемножать нужно и делить. Все равно не поймешь. Поумнее, есть вопросы? Если что, это как джин, да? Да, если что, как да. Производную от 5х в квадрате сможешь взять хотя бы? Прежде чем за Паскали говорить. Я не смогу. Ну, я сейчас что-нибудь придумаю, чтобы мне сказать. Ладно. Иди учи. Вы пьяны? Прошу пройти на пробу Рапопорта! Кто не прав? Во всей этой ситуации. Ну, много кто не прав. Как и та, и другая. Как вы думаете, почему Россия так сильно агрессирует на Украину? Ну, потому что Украина злостно не выполняла Минское соглашение. Интересно. Я же ничего не понимаю. Да, нормально, да. Это просто ваше мнение, я же тоже... Я понимаю. Еще вопрос есть? Есть. Давайте.
Почему Владимир Владимирович еще жив? Ну, не знаю. У врачей его спрашиваете. Ну, кто не знает, блин. И никто, сука, не знает. Ваше счастье, что он еще жив. Был бы на его месте какой-нибудь ястреб, он давно бы вас разнес. Я же вас ничего не осуждал, ничего не говорил. Я понял, да. Это мое мнение тоже личное. Вы пьяный? Прошу пройти на пробу Рапопорта. Чудная именно зависть. Сына какой даже не вашу. Ну я понимаю. Я понимаю. Расскажи что-нибудь еще крутого. Крутого. А? Ты любишь Украину? Ты любишь Украину? Конечно. За что? За что? За что? За то, что я украинец. А, ну я тебя сочувствую. Я тебя сочувствую, что ты в Украине. Пойди. Чу, ты хочешь перепиздить еще, блядь? Ну не, хуже именно, блядь, тебе. Я не хочу. Сын сдался. Сказал, что ты пидорас, понял? Что ты пидорас ему? Конченый. А, ты пидорасов ищи? Ну это ищи на сайт пидорасов. Где нахуй, вонючка? Где не уважил, понял? И не хочет даже и подходить. Понял? Да. Мне нравится пьянь. Мне нравится укропьянь. Продолжай. Укропьянь. Ай, блядь, ты наш красавчик. Мне дед уже любит. Если что, Украина любит. Понял? Ukraine has to be split apart, запомни. Если ты будешь таким пидорасом, тебя никто, сука, любить не будет. Вы пьяный? Прошу пройти на пробу Рапопорта! Вы так русского тепла, вы сейчас хотели сказать, да? Не, ничего, я... Почему я по-украински, то чему разговариваю, бо у вас прапор украинский стоит. Если у вас был русский прапор, я бы по-русски разговаривал. Я вас не спрашиваю, что вы на мове говорите, я понимаю вашу мову. Я вас хоть слово спросил. Что вы на мове говорите? Говорите на мове, не проблема. Ну я сказал. Я уже понял. Ответ. От себя. Так есть? Российский мовник. Окей. Ну, так есть вопрос какие? Хоть на какой мове? Давай. Задавай. Да давай, пошел, что ты? Ну, задавай вопрос, что ты стоишь, как пень. Пьяный, что ли? Я вопрос. Ну, а кто, я, что ли? Вопрос, у тебя вопрос. На мои вопросы ты не ответишь. Сколько будет производная похидна, по-вашему, на мове, от 5х в квадрате? Еще раз. Похидна с 5х в квадрате, сколько будет? Видишь? Я вообще не чую тебя. Давай я лучше... Я не слышу тебя. Что ты слышишь? Я себя слышу от себя, от с твоего братка. Вот. Но есть такое, что... Ну ничего, ладно. Нормальные у тебя есть вопросы какие, нет? Как ты относишься к войне в Украине? Ну... Отрицательно, война это плохо. А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не искушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русский это какой чей отвечает? Соединенных Штатов.
Соединенных Штатах Федерации, я слышал, да? Да? А как называется? Соединенные Штаты Америки, это Федерация? Ничего, в тюрьме тебя перевоспитают, лет через 10 вернешься другим человеком. А западной, західної України немає. Західної немає, і восточної. Немає восточної України. Є одна Україна. Да, є. Де ви таке бачили? Східна Україна. Є схід України, є захід України, є східні області України. Є Республіка Кубань, яку окупували комуністи в 1918 році. А Воронеж не окупували комуністи? Ні, Воронеж передали. Уровень інтелекту у Миколи Рушніця, на самом деле это Геннадій Хазан, по-моему, так его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. Мы сделали украинским уголовным чиновником. Украинец? Да. Да. Украина, которая создана группа коммунистическая. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор у нас есть достойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С нашей силой темною!